Кто это мне звонит? Я еще и такой звонок не ставил. Алло? Что это такое? Кто же это был, блин? Чего? Что за... Что за... Что вообще вот это делает, я не понимаю. Что? Я иду за твоей Люся. Есть. Надо его обезоружить. Сорян, брат. Но ты будешь сегодня без ножей. Опа! То, что... Опять он, наверное. Ладно. Алло! Посмотри-ка в окошко. Зачем? А ты увидишь там сюрприз. Ладно. Опа-на. Опять он. Чё ему надо вообще? Кот, не выйдешь, что у тебя? Что у тебя в руках? Угадай. Ладно. Так, позвоню-ка я ментам. Алло, здравствуйте. Короче, у меня здесь какой-то псих на улице Ленина, 8. Короче... С винтовкой, с ножами за мной бегает. Убить меня хочет, представляете? И звонит мне, и за мной по дому гонялся, да? Да-да. Ну, короче, вот. Подъедете сейчас? Он сказал, через 30 секунд он меня пристрелит, если я не выйду. Что мне делать? Ладно. До свидания. Фух, я надеюсь, минуты приедут. Руки! Опа! Спасибо! Дай винтовку! О, нет! Иля! На! Погнали, быстрее! Давай, мы сможем выбрать! Это еще не конец! Я добил его! У нас винтовка! Дерись. Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее! Красавчик. На. Сейчас я ее намочу. О. О, все. Ты этот как чего? Откуда вообще? Отсюда. Дарили. Из нашего? Да. Не. Как ты думаешь, надо его грохнуть? Конечно, да. Да. Знаешь, откуда он? Я тоже. Бывает, конечно, такое в жизни. Ну ты, конечно, брат, поспи пока. Я пойду чаёку забабахаю. Давай.
Рассмешимся немножко. Руту пай включу. А? Пауза. Я чайку заварил, иди хавать. Так, нам бы что-нибудь похавать. Иди сюда! Мне, конечно, это хорошо, что он меня спас. Ну, помог, то есть. Эй, бать, ты мой чай пьешь. Блинница настоял. Прикольно? Конечно. Да. Хорошо. За столом посмеяться можно, да? Как говорится. Хорошо, вечно такая. Вот, попили чай, теперь можно и поспать. Да, квартирка у меня, конечно, неплохая. От предков досталась. Есть. Кто это? Я иду за вами, пацан. Черт, замок не работает. Вам не сбежать, я говорю. Ты в норме? Есть! Замок! Чёрт! Где винтовка? Винтовка где? Не знаю. Я её там оставил. Чёрт! Придётся? Чёрт, тебя подери. Зачем тебе это? Вы мне не можете. Вы когда были в школе, вы меня всегда унижали. Вы всегда не могли успокоиться перед этим. Из-за этого я могу грустить. Ты что, кашляешь? Ой, блин. Надо быстрее от него отсюда валить. Чёрт! Он проткнулся. Фух. Наконец-то. Уходим. Пекло, надо валить к нему. Бежали как люди. Вообще жесть. На квартиру закрыть и новую купить. Мы тебя до вечера тут стоять. Кто не хочет поиграть? Кто за? Он же умер. Черт, я подери. Это еще не конец. Точно. Он был. Сваливаем. Сейчас.